Всем привет! Над созданием фильмов трудятся режиссеры, операторы, звукорежиссеры и очень большое количество других специалистов съемочной группы. Они снимают фильмы по частям, то есть сценам. Каждая сцена переснимается несколько раз, другими словами, делаются дубли. Затем кинопленка с кадрами сцен попадает на монтаж, где выбирают лучшие дубли и их соединяют. Так получается кино. Но при монтаже легко можно запутаться в отснятом материале, ведь некоторые сцены могут пересниматься десятками раз. Чтобы путаницы не случилось, перед съемкой каждого дубля помощник режиссера или оператора помещает перед объективом кинокамеры хлопушку, произносит номер сцены и дубля и щелкает хлопушкой. На хлопушке написано название фильма, номер кадра и дубля. Таким образом, хлопушка разделяет на пленке дубли и сцены. Все это помогает смонтировать материал по порядку и выбрать из массы ненужных дублей именно тот нужный дубль. Но зачем тогда нужен щелчок? В большинстве в кино все очень сложно. Дело в том, что изображение в кино снимается на кинокамеру, а звук записывается на другие устройства. И чтобы потом, когда звук и изображение соединяют, сказанные актером слова совпадали с движением губ в начале съемки и делают щелчок хлопушкой. Звук щелчка и изображение момента щелчка на время монтажа сопоставляются, и получается, что герои фильма раскрывают рты именно кстати. Конечно, современная техника позволяет соединить звук изображения и без щелчка хлопушки, но выбрать нужные дубли и расположить по порядку отснятые сцены без хлопушки до сих пор не получается.